За новогодние каникулы чемпионат города по мини-футболу лишился двух команд. Оба коллектива «Науки» были сняты с турнира из-за неуплаты вступительного взноса в размере 9000 рублей. Теперь за медали чемпионата ведут борьбу всего 4 команды. Накануне игра между «Океаном» и «Звездочкой» подвела итоги первого круга. По итогам заседания контрольно-дисциплинарного комитета городской федерации футбола было вынесено постановление исключить команды «Наука» и «Наука-2» из числа участников чемпионата и Кубка Северодвинска в связи с неуплатой целевого взноса в установленные сроки. Так гласит официальный документ. Что касается матча между «Океаном» и «Звездочкой», то с первых минут ягринская команда смотрелась более мотивированной и заряженной на борьбу. Моряки действовали инертно, и за потерю концентрации в обороне их дважды наказал Александр Арсентьев. Во втором тайме рисунок игры поменялся с точностью да наоборот. Футболисты «Океана» перехватили инициативу, и Максим Порошин красивыми индивидуальными действиями сократил счет. Через пару минут Андрей Фагельзон бильярдным ударом положил мяч точно в угол, а Евгений Уткин вывел «Океан» вперед. В оставшееся время игроки «Звездочки» нахватали желтых и красных карточек, а Порошин установил окончательный счет 4-2. По судейству говорить вообще ничего не буду, это вообще бардак полный. А вот во втором тайме мы полностью провалили игру, я думаю. Первый тайм мы играли отлично, даже столько моментов создали. Во втором просто мяч упорно не шел в ворота. Впервые, соответственно, поговорили всей командой, то есть не спеша где-то в каких-то моментах быть просто похладнокровней. Ну, наверное, за счет этого и сыграли, то есть где-то успокоили игру, а «Звездочка», наоборот, завелась, пропустила 2 гола и завелась, и побежала. То есть, и, в общем, у них ничего не получилось, грубо говоря, во втором тайме. В первом тайме они нас полностью переиграли. Ну, Андрей, как относишься вообще к этому регламенту, что высшая лига в этом году 4 команды? Ну, это так немножко даже смешно. Ну, да, это смешно. То есть 4 команды в 3-4 круга, сколько это играется, на самом деле смешно. То есть на больше команд. После дисквалификации «Науки» чемпионат города проведут в 4 круга. Все результаты сыгранных ранее матчей с этими коллективами аннулированы. Впереди футболистов и их болельщиков ждут 18 игр. Константин Мухин, Александр Дятлев, «Вестник Северодвинска».